Поставили опалубку, арматуру всю полностью. Даже вон посередине для столба. И залили уже первый миксер. Вот такие вот дела. Полы залиты. Все. Ну вот, почти все. Всю опалубку сняли. Все. А изнутри там выгребли, осталось там только какой-то мусор. Ну и можно засыпать. Я, наверное, уже с завтрашнего дня начну засыпать потихонечку. Эта качалка тут колбасит до сих пор. Все, наверное, в следующий раз сниму тогда, когда или засыплю, или когда уже крышку на него поставят.